Крошка, мне нужно срочно вылечить мою гиперулыбку. Ага. Ребята, всем привет. С вами великий врач Виктор. Блин, что-то меня это заразило, какая-то штука непонятная. В общем, я великий управляющий больничкой, если вы вдруг не поняли. У нас с вами была больница в Нижних Туточках. И сегодня мы переедем в Малые Лабуды. Малая Лабуда. В общем, как-то там просклоняйте. Поехали туда, и сразу хочу предупредить. Почему, чё, как? Значит, между первым видео и вот этим такой приличный разрыв. Я все смотрел. Понравилась вам игра, не понравилась, я так и не понял. Но так как игра мне в принципе нравится, я решил сниму еще одну серию, посмотреть, понравилось вам или нет. Вы уж как-то более явно дайте, пожалуйста, вот отзыв, да? Вот, поехали. Пора удвоить усилия, начните строить вторую больницу. Да легко. Первая у меня, между прочим, работает как часы. Там прям тысячи долларов сыпется. Хопа. Квалификация сотрудников. Добро пожаловать в Малую Лабуду. Твои глаза. Тун-тун-тун. А в этом милом поселке всего одна проблема. Многие жители считают себя рок-звездами, и у этой проблемы есть только одно решение. Кабинет психиатрии. Он типа уже стоит, да? Ставить диагнозы, лечить пациентов в кабинете психиатрии смогут только врачи с квалификацией психиатрия. Один такой специалист у нас есть, ну и в будущем стоит отдавать предпочтение соискателям с этой или с другими полезными квалификациями. Логично, черт побери. Так, погоди, пауза. Доступен кабинет психиатрии. Супер, построить кабинет психиатрии. А это что такое? А, это GP-офис. Врач общей практики, да. Сейчас, подождите, вот вы сейчас услышали фразу такую, это GP-офис. И не поняли, что это значит. Это, ребята, у меня там в голове засело название вот этого офиса еще из той старой игры, которая 21 год назад была. Это... Вы можете представить, да, сколько я играл в эту игру? Наверное, можете. Так, что у нас тут с планом больницы? Что это, детская площадка? Участок 3. А, можно вместо детской площадки построить корпус больницы. Тоже правильно, зачем нам дети здесь? Мы здесь психопатов каких-то лечим, а они нам тут детскую площадку. Бегите, бегите, маленькие детки, бегите, ни в коем случае не играйте здесь. Здесь психопаты ходят. Так, а что у нас за персонал? Сотрудники. Юджин! У меня есть Юджин! Так, что ты, диагностика и вот психиатрия как раз-таки. Джулия Клей. Это у нас администратор, да? Так, ладно, администратор и починщик у нас есть. Собственно, больше ничего у нас и нет. Понятно, понятно. Ну что ж, давай начинаем. Общая практика есть, без аптеки, общей диагностики, палаты, психиатрии, комнат отдыха, туалетов и клиники помрачнения можно даже не начинать. Нормально перечислил, да? Плюс еще один GP-офис понадобится. Ну, конечно, не такого масштаба. Тут офис-то сколько, 3-го уровня? Фу, я маленькие 3x3 офисы 3-го уровня строил. Вообще фигня. Ну что ж. Аптека, наверное, можно вот прямо сюда пристроить. Ничего не хватило, да? Не, ну так не пойдет. Нет, удаляй. Удаляй, аптека здесь не нужна. Отмена. Удалить, да, прервать. Так, как тут расположить-то все хорошо? Вот эти лавочки вообще не в кассу здесь, если честно. Давайте мы их... Я забыл, как там ZX перекручивать, да? Мы их сразу отсюда выпнем. А, там аппарат стоит. Ну ладно, здесь раз уж окошки... По красоте, так по фэншую, так и оставим. А, вот эти лавочки вообще можно посерединке, кстати, воткнуть. Почему вот такой островок не сделать приятный, да? Но эта лавочка где-нибудь... Пусть здесь стоит. На проходе мешается. Там еще одну потом поставим лавочку, да? Почему потом? Давай сейчас. М?
Вот, теперь у меня два угла освободило, здесь можно сортирную какую-нибудь сделать, а здесь палаты гигантские воткнуть. Хоромы, палаты. Давай сразу палату сюда. Я знаю, что они должны быть хорошие, большие, гигантские палаты. Так, такой ракурс взял, с которого нифига не видно. И лавочки можно будет опять переставить по-нормальному, да? А чё сразу отсюда ты делаешь вход? Тут я еще не доделал. Саша 390 принес плиту. Ой, да ладно, за 3 года накопилось 60 дней отпуска. Закрыл все свои вопросы и взял на лето 2 месяца отпуска. Да дэй донь тэл анта сей уэрлтон фили. Опа, палата сразу, смотри, какого престижа стало большого. Вот такая вот у меня неровная палата будет. Почему? Потому что могу. Дверь в палату у нас будет. Нет, здесь нельзя. Неподходящее расположение угла. Что там у них за угол располагается, я так и не понял. Ну да ладно, так, лавочку. Оп. Я чё, внутрь её воткнул? Хорош, а зачем она внутри-то? Вот здесь поставь. Все, палата есть. Значит, в палату нужно медицинский пост. Как видите, это обязательно. Так, как-нибудь такого поставить, чтобы к нему очень быстро подбегал наш главный герой. Вот сюда вот в угол как раз я его и воткну. За ненадобностью. А, нужно 2 ширмы. Так, давай сначала койки раскидаем. Так, покрутить не надо. Пыньк. Нет, тогда... Пыньк. Да, с этими койками, ребят. Зашибись. Я думаю, для начала нам хватит такого количества. Ну и, конечно же, надо 2 ширм сразу воткнуть. Потому что мы с вами помним, какие у нас проблемы из-за недостатка ширм были постоянно. Супер. Престижность почти 3-го уровня. Давайте догоним до 3-го уровня. Это шкаф для бумаг, какой мы сейчас воткнем. Мусорка, так, растение поставим. О, 3-й престиж. Зашибись. Отличная палата получилась. Дороговато, конечно. Ну, я уверен, что психи, ну, психи тоже наверняка спать пойдут в палату, да? Младший медработник. Кто тут есть? Палатник какой-то. Палатник есть. Палатник есть, а есть диагност. То и то придет. Так, ты будешь здесь жить. Пока пауза стоит, все на паузе. Сейчас мы сразу целый госпиталь с вами откроем. Так, дальше. Срательную комнату надо обязательно сделать. Ну, хотя не обязательно на самом начале срательную комнату. Потом можно после денег. После заработка денег. Я думаю, вот эти окна мы выпилим из тебя. Кабинет. Редактировать. Вот эти вот окна вообще не сдались. Потому что там у нас будет другой кабинет за стенкой. О, заработали заодно. Так, здесь будет туалет. Плюс нужна комната отдыха, да? Может быть, даже комнату отдыха здесь сделаю, потом рядом туалет. Дальше, что нам нужно? Нам нужен будет... Вообще, вот этот офис бы пополам разделить и сделать 2 офиса, кстати, почему бы и нет. Но это потом экономия, когда... В конце концов, здесь можно прикупить еще. Так по красоте все выглядит. Ладно, кабинет аптек. Так, здесь вход, да, который перекрывать типа нельзя. Ладно. 1, 2, 3, 4, 5. Как-то вот не тут, не 2, не 1,5. Кто так делает, а? Страшные вещи понастроили тут. Ну. Наверное, вот так все-таки. Пынч! С таким звуком. И растение сюда. Ну так, чисто поржать.
Так, нужно добавить еще мусорку. Огнетушь. О, второй престиж. Супер. Так, сюда еще младший работник нужен, да? Пилюльник, фармаколог. Нанять. Пошел. Следующий кабинет, ребят. Палата есть, общая диагностика. Ну, психиатрию в любом случае надо воткнуть. Так, что тут надо все-таки продумать? Ну ладно, отступим там. Клиника помрачнения тоже должна быть. А в нее нужен сотрудник-врач. В нее нужен врач. Посмотрите, раз, два, три, четыре. Ладно, пусть будет четыре, потом раз, два, три, четыре. И если отсюда не хватит. Ну, соответственно, сортир будет чуть поменьше. Сортир, значит, будет 3 на 4 у нас там какой-нибудь, да, 3 на 4, да, будет сортир, или 3 на 3 даже. Ничего страшного, мы туда уместим огромное количество строительных кабинок, все будет хорошо. Так, дверка сюда. Аппарат сюда. Пульт не влезает. Пульт вот сюда. Что, уже второй престиж? Замечательно, но растение я все равно поставлю. Люблю растения. Так, но сюда нужен врач. Наем, врачи. Какой-то только быстрый врач есть. Ну, пусть он будет быстро бошки им отрывать. Все веселее, чем в пустоте работать. Врач есть. Дальше. Я сначала сейчас построю все, потом открою больницу и буду строить туалет уже и остальные комнаты веселые. Так, общая диагностика и психиатрия остались. Ну, психиатрии я еще не делал ни разу, не знаю, что там, как. Но там обычно диван какой-то нужен был, и она была... А что-то такое как-то странное получилось у меня. Умри. А не, 3 на 3 тоже влезает. Странно. Так, раз, два, три, четыре. Там 8. Значит, если мы сделаем здесь 3, 2 прохода, еще там 3. Нормально, влезает. Значит, психиатрия 3 на 3 будет. Фиг с ним. Здесь, правда, как мы потом организуем, не знаю, может быть, 2 на 5 можно будет как-то сделать кабинет какой-то. Хотя вряд ли, я не уверен, что такие вообще возможны. Ну, кто так строит вообще? Ну, ладно, хорэ возмущаться. Кресло. Я могу наклонять как. Сейчас, сейчас, ребят. Самое интересное — это построить грамотно больничку. Вы же понимаете. Так, а здесь у нас будет шизофреник сидеть. Ну и, конечно же, нужно сделать это, ну, как-то... Сдобрить шкафчиком, растеницам... Огнетушителя, а то вдруг у больного пригорит. Согласитесь, да? Слушай, как-то раньше лучше выглядел. Плакат повесим, чтобы было что обсуждать. Просвистит. Плакат просвистит. Так, врач есть у нас, по-моему, да? Доктор Юджин. Доктор Юджин, идите работать сюда. Так, ну и последнее, что у нас осталось, это общая диагностика. Мы еще не строили. Ну давай, примерим сюда ее. Получится, нет? Нет, видите, минимум 3 должно быть. А что, если мы вот здесь сделаем 2? А вот здесь вот, грубо говоря, коридор, да, 2 клетки. Нет. Ну, все что-то никак. Ты смотри, пока 3 на 3 не будет, видимо, в каком-то месте, да? Ну, это неправильно. Но они говорили, что они дадут делать вообще произвольные формы. Но почему я такую вот порнографию должен выстраивать? Чтобы красиво что-то тут было. А здесь тогда раз, два, три, четыре. Ну, тоже не камильфо получается. Эх. Убейся. Все как-то криво получается. Может, ну его нафиг, вот так.
Ну, будет тут узкое место, будут проходить как-нибудь люди. Ну и там будет узкое место. Сплошные узкие места. Ну как-нибудь протиснуться, в конце концов. Ну тут просто вот этот офис стоит как-то по-кривому. Вообще ни туда, ни сюда. Столько места сожрал, так неудачно поставлен здесь. Ладно, дверь мне запили. Там узкое место, да? Может отсюда вход сделать? Потеряются еще. Давай вот отсюда лучше. Нормально тогда. Секретная дверь. Так, флюорограф. Диагностический стол. Ну и, конечно же, надо добавить сюда... А, все. Ну, цветочки я все равно поставлю. Так, сюда нужен младший сотрудник, насколько я помню, да? Как узнать? Кабинеты. Да, младший медработник. Все, ребят, запускаем все это дело. Января. Поехали. Новая технология. Компания Bungle Technologies под эгидой, которая работает несколько НИИ медицины по всей стране. Ты можешь комнату двигать не меняя размер. О, да? Здорово. Так, психически у нас нет лицензии на исследование, поэтому не стоит отказываться от идущих в руки технологий. Хорошо. Так, пока мы принимаем пациента с психическими проблемами из Bungle, можно кое-что построить. Повысить уровень до 3. Готово. Вылечить пациента в кабинете психиатрии. Видимо, сейчас приедет, да, как пациент. Нифига себе. Да ему хорошо. Вы посмотрите на него. Йоу, детка. Как на тебя посмотреть? О, крошка, мне нужно срочно вылечить мою гиперулыбку. Козырная походка. Е-е-е, такой. Че он там делает, я не вижу. Танцует, что ли? Погоди, а я врача в самый главный офис не нанял. Черт побери. Новичка какого-то нанимать придется. Ну, фиг с тобой, пусть будет новичок. Надеюсь, он тебя вылечит. А он еще один такой пришел. Так, ладно. Давай толканную надо строить еще. Пусть ребята обследуются. Сортирный домик. Три на три. Ну ничего, нагадит и все. Принимают их там, принимают. О, смотри, диагноз плюс 90%. Я не думаю, что больше, чем 4 кабинки надо, да? У меня престижный сортир, ребят. А, черт. Косяк. Не, вот эта кабинка лишняя. Либо ее как-то по-другому ставить надо. Во, вот так вот ее поставить. О, вот так, как в нормальных сортирах, да? И раковина. Эй, тихо! Поделилась с новыми новейшими разработками, которые потом модернизируют великий комбинатор в аптеке. И флюорограф для общей диагностики. Мы могли бы купить эти разработки и усилить наши аппараты, чтобы эффективнее ставить диагнозы и излечивать больше пациентов. Вот, что-то такого не помню, чтобы раньше такое было. Модернизировать аппарат может только санитар с квалификацией механика. У меня такой есть. Выберите аппарат и модернизацию для него. Следующий в механике санитар. Так, займется модернизацией. Понял вас. Что такое? Музыка какая-то пошла, прикольная. Так, что у нас с сортиром? Престижный сортир. Окей, сойдет. Что с модернизацией? Открыто новое заболевание, сплин. Супер. Модернизация. Значит, флюорограф я могу модернизировать, да? Стоимость 10 тысяч. Модернизация займет около 37 дней. Но он пока нам не нужен, давай хренач.
А эту? Нельзя, да? А, можно. Нет, это взять. А что я могу? О, вот это вот еще могу модернизировать. Давай, тоже модернизируем. Пока, пока никому ничего не надо. Пока все к психу идут. Видите, у меня все такие психанутые идут. Их походка вот эта вот такая. Просто... Что такое, не любовь? Не помогло? Лечение не сработало. Черт. Что не так, что не так? У меня врачи хреновые, если честно. Психиатра еще одного можно нанять. Оу. Сваливай давай отсюда. Так, денег не очень много. Что такое, сдох что ли кто-то? Каюк. У меня первый откинувшийся, ребят. Тю-рю-тю-рю-тю. Пиу. Что, призрак что ли сейчас будет? Не, вроде бы. Ух, слава яйкам. Словесный понос. Новое заболевание, ребят. Заболевание, о котором можно говорить часами. Супер. Отложение на диване. Новое заболевание. Врачи открыли новое заболевание. Отложение на диване. Усталость, проникающая в кости, вызывает недостатком кальция. В палате лечится. Ну окей, наконец-то палата заработает у меня. Слушай, очень долго механик это дело крутит. Может быть, еще одного санитара-механика наймем? Давай. Пусть он быстренько нам аппарат вот этот полечит. Так, прибыль, расходы, прибыль минус. Черт, Боб Герри. Ну ничего, ребят. Сейчас они разработаются, повышение начнут просить. Все будет хорошо, не переживайте. Кабинет, давай строим теперь отдых. Комната отдыха для персонала необходима, ребят. Без этого... Без этого никак. Диван. Так, автомат с напитками, автомат с закусками, мусарня и растение в уголок. Сколько второй уровень? Новые технологии. Аппарат успешно модернизирован. Не забывайте оснащать кабинет огнетушителем, чтобы защитить от пожара дорогостоящее оборудование. О, спасибо, что подсказали. Здесь у меня, правда, нет никакого оборудования, но давай. Понятно, почему он сдох, потому что здесь аппарат модифицировался. Все понятно. Все, чувак, давай, залетай быстрей. Такой вообще разговорчивый чувак попался. Так, предметы, давай, скамеечки. Так, автомат. Здесь у меня какой автомат? С напитками. Здесь с закусками. Так, что у нас по скамейкам? Вроде неплохо. Вот здесь вот можно пару скамеек накинуть. Кастрюли-головые какие-то пошли. Строительство новых корпусов. Но это я понял, что их можно купить, новые корпуса. Это очевидно. Так, вот здесь вот лавочки как-то вообще не по-человечески стоят. Да, всем мешают, что-то поперек дороги. Давай мы их куда-нибудь перенесем. Что ж, их перенести даже некуда. О, психиатр перенесем. А то они стоят как-то издалека. Эй, черти, отдайте лавочку. Парень, тебе придется постоять. Так, мне кажется, у меня GP-офис перестает справляться. Пора уже второй строить. Смотрите, уже очередь из трех человек. Может, где-нибудь в уголку так его? Пыньк. Все, 3 на 3. Войдет? Нет? Попробовать стоит. Попробуем.
Лаборатория декастрюльтивизма. Так, стоять. Стоять, у меня кастрюли головы уже пошли, а у меня еще лаборатории нету. Так. Сколько? 4 на 4? 4 на 4. Ёлки-палки, какая она гигантская. Чёрт. Капец, все заблокирует тогда. Нифига себе, 4 на 4, ребят. Это как джип, только лаборатория. Хорошо, а что если вот так вот сделать, смотри. Блин, не сработало, да? Отстой. Ох, так, 4 на 4. Дайте мне раздеть рижа. Два стола GP в одну комнату нельзя. Вот здесь 4 на 4. Может, мы вот эту комнату уменьшим? Потому что 4 на 4 ей явно не надо. Сделаем ее 3 на 3, засунем куда-нибудь вот сюда. Давай. Комната. Редактировать. Все сдвигаем внутрь. Уменьшаем ее. Компактненько, но окейно. Да? Дальше дверь. Да запились ты куда-нибудь. Сейчас. Так. Диванчик один сюда. Один рядышком. И дверочку, да? Так, как ты там говорил переносить полностью комнату? Редактировать. Нормально, переехали, смотри. Ну, могём. Могём. А сюда 4 на 4 сейчас, смотри. Декастрюлизацию впендюрим. Хопа. Ну, не выход ли я нашел, а? Ну, ты посмотри. Я просто в хаос флиппера играл. Я все умею. Я такие вещи там проворачивал. Боже мой, это выглядит эпично. Что за агрегат такой дикий? Че, и все? Да я в 3 на 3 такую штуку поместил. Чего там, я не знаю. Антисептик для рук. Так, огнетушитель обязательно в угол. А то, говорят, надо тушить. Иначе жесть. Можно даже окошечко, смотри, такое сделать. Типа, смотреть можно будет. Как кастрюли снимают с головы. О, погоди, я не посмотрел, кто нужен. Врач. Нужен врач. Врач. Декастрюлитивизм. У меня, в принципе, есть один запасной врач, но... Что это такое? Курс выносливости. Бодрость расходуется медленно. Это психолог еще один. Что, попробовать? Роланда Шиша? Наймем Шиша сюда. Денег что-то вообще нифига не осталось. Но зато, по крайней мере, все есть, что надо, да? Нам еще один GP офис бы пристроить, а то здесь реально уже катастрофа какая-то. Куда я хотел его пристроить? Так, что это такое? Массовик-сотейник. Заболевание. Массовик-сотейник. Неразрушимая связь с кухонной посудой, возникающая из-за существенного недостатка кулинарных навыков. Угу. Стать владельцем не менее двух зданий тут мне еще нужно. И еще кастрюлитивизм нужен. Ладно, погоди, кастрюлитивизм. Мне нужно в любом случае построить врача общей практики. Где вот сюда его прям воткнуть? Раз, два, три.
Или... Ну давай, натянем 3. В принципе, можно и здесь сделать, и потом и здесь 3 на 3 кабинет влезет. Правда, там проходик будет узенький, но и фиг с ним. Ну хотя здесь... А здесь потом 3 на 3 войдет, интересно. Я боюсь, если я вот так дверь поставлю, то я, скорее всего, там 3 на 3 уже ничего не натяну. А если я сюда дверь поставлю, я сюда 3 на 3 ничего не натяну. Хороший вопрос. Раз, два, три. А, облом я сюда и так не натяну. Ну, тогда, тогда все, чё уж тут. Давай сделаем хоромы. Раз уж все так у нас плохо и печально. Пусть будет большой кабинет. Большого босса. Фиг с тобой. Так, сколько там? Второй уровень престижа, да? Ну и огнетушитель в угол. Не буду тут заморачиваться сильно. Так, лавочки. Че, не влезает? Катастрофа какая, а? Тут можно на этой стороне лавочки понатыкать. Можно вообще вот так. Хопа. Пусть стоят так. Цветочек еще воткну. Ведь по растениям у нас как беда. Нужно озеленение произвести нашей больнице, чтобы людям просто хорошо было. Денежные средства заканчиваются. Так, погоди, озеленение важнее, чем денежные средства. Если у нас не будет зелено и красиво, к нам никто не придет. Вот так вот. Потом кондиционер еще ставить начнем. Погнали. Врач вроде бы у меня есть один запасной, так что пусть там бегает. Фух, так, ну что, все, смотрим. Можно даже ускорение... А, давай посмотрим, как кастрюлю снимают. Так. Подошел. Что он делает? Рассказывает историю болезни. Флоренс Халк не может пройти. Ага. Стоять, ребят. У нас проблемы. Тихо, вернитесь, срочно. Надеюсь, теперь-то он сможет пройти, куда хочет. Новое забывание в Волдеморде. Погоди, почему новое? Я его... У меня 1000 баксов осталось. И где я? Куда? Кастрюлька делся. А, денег нет. Денег. О, все, он заходит. Давай. Все, в этот раз он справился, ребят, с поставленной задачей. Так, горит. Ух ты. А, нормально, смотри. А что это у него с головой? А, это прическа такая. 8500, нифига себе, одну кастрюлю снять, как дорого. Видать, на металло... Она, наверное, медная какая-нибудь, или галлиевая кастрюля. На металлолом ее нормально сдает, да? Давайте кастрюльки, ко мне сюда. Я буду на вас зарабатывать. Давай с этого ракурса посмотрим. Смотри, этого не болтало, с этого просто сняло. Получается, что с каждого по-разному. Но это очень прибыльная клиника, ты посмотри. Она себя с 2 пациентов уже окупила, по сути. А здесь что такое? Психиатра нету. Они все отдыхают. Они все отдыхают у меня. Ну, врачам тоже надо отдыхать. Что тут скажешь? Здесь кто-то ждет? Великий комбинатор. Так, повышение сотрудников. Повышение... Да, придется повысить. Слушай, здесь уже очередь, эй. Кто там у нас этот? Куда человек делся? Где он? Больница не окупается, нужно сказать, да иди ты в задницу, все нормально у меня с больницей. Где человек, который должен принимать людей? Эй! Это он? Джулия Клей? Да, это он. Все, сейчас он нормально разрулит все.
Так, лампочка-выдергиватель. А у меня есть? А, у меня есть. Окей. Ну, можно было, видите, не строить. Можно по мере прибытия пациентов. Так. Ну, давай, сдерни с него кастрюлю. Вставай. 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 Есть. Ага. Работает, ребят, работает схема. Чуть-чуть ускорим. Но по сути мне нужно только купить еще одно здание, и я по идее выиграл. Купи здание, и я выиграл. Но вроде пока все работает. Ага, повышение. Задача от сотрудника. Нам бы место побольше, да мебель пороскошнее, чтобы было чем похвастаться. Что скажете? Повысьте уровень кабинета клиника помрачнений до 4-го. До 4-го? Да ты что, издеваешься? Нет, конечно, иди в задницу с таким предложением. Новые ну, злокачественный просвистит, мы с вами знаем. Воу! Боже, так не пугай. Я думал, у меня аппарат какой-то взорвался. На 1150 рублей со словами, а вот и я 20 не получилось. Все, что есть, музыка Post Malone, Rockstar. Ну, печально, конечно. Ну ладно. Что уж. Что-то у меня GP-офисы без врачей все сидят. Ну как так, а? Ну, как видите, вроде как деньги начали прибывать в больницу. И это хорошо. Вот, GP-офисы нормально занялись своей работой. Диагноз плюс 70. Ну, вот как можно не поставить диагноз кастрюлеголовому, я так и не понял. Видите, в палате тоже диагностика происходит. Палата — это уникальный на самом деле инструмент. А он и диагностику делает, и лечение. То есть, вот как бы, вот это кабинет диагностики, да, это кабинет диагностики. А это кабинет лечения, да, это кабинет лечения. А это кабинет, который и диагностика, и лечение. Так же было и в первой версии игры. Точно так же все было. Какую-то очередь можно выстраивать. Открыт новое заболевание — отчаяние. Заболевание, затрагивающее тело и разум. Ранее считал, что это аллергия на чаек. Однако, согласно новейшим исследованиям, развитию заболевания способствует чрезмерное потребление чая. Отчаяние. Это, видимо, к психу, да? Достигнута карьерная цель — вылечить 100 пациентов. Ну, видишь. Ну, я смотрю, тут пациентов-то у меня много снует всяких разных. Странно, а почему сюда много стоит в очереди, а сюда никого? Там лучше лечат, что ли? А, они просто почему-то сидят вон там в очереди. Очень странно, а почему они в очереди к этому кабинету сидят вон там? Гиджи. Ну видите, у меня же два врача еле справляются. Что это такое? Визит репортера. Репортер радиостанции Two Point Sally Fig Blanket интересуется, нет ли в нашей больнице каких-нибудь информационных поводов. Задача: нужно, чтобы важный посетитель остался доволен приятной обстановкой в больнице. Да у меня приятная обстановка, цветочки есть, лавочки есть. Огнетушители все по кабинетам, правда, попрятаны, но и фиг с ним. Пусть приходит. К нам в больницу приехал Салли! Салли Крам Салли. Ну, посмотри, как мы кастрюли снимаем. Мы зарабатываем на этом миллион рублей. Ту-ту-ту. Кефир не принес плиту. Дай мадерку. Мадерку? Вот так вот просто. Взять и дать мадерку? Круто. Не, ну я так не делаю, ну что ты. А че это он прям в кабинет зашел? А это она! Парню голову открутили, смотрите. Во вкладке «Финансы» можно цены на услуги менять, оказывается. Да ладно. Чё ж вы мне раньше не сказали? Тут можно цены менять, оказывается. Давай.
Плюс 10% на диагностику. Слишком много идут на диагностику. Странно, вроде пить хотел, прошел мимо аппарата с питьем. Но, как видите, вспышка просвистита, ребят. А вылечить 7 пациентов с просвиститом за 90 дней. Отлично. Понеслась. 7 идет. Вот они идут, просветиты. А что только трое-то, я не понял. Остальные где? Видимо, другим транспортом привезут. Ну и хорошо. Чинить не надо, помрачнитель. Погнали. Ну, помрачнитель довольно быстро действует, поэтому... Должны справиться. Главное, чтобы врач не ушел. Зато сколько бабла можно поднять, понимаете? Они сразу с диагнозом. Это преимущество, когда вот такая штука происходит. Они сразу с диагнозом. Соответственно, тебе не надо ставить диагнозы. Они напрямую идут в кабинет. И просто напрямую башляют бабла. Может быть, даже сейчас цену поднять на эту услугу, там, до 12 тысяч, скажем. И все это, и тут столько можно заработать. Общественное мнение. Все, мне приняли. Все в порядке. Так, опять все разбежались отдыхать, да? Черт, придут очереди уже просто километровые, посмотрите. Ну, хотя трое это не такая уж и большая очередь. Ну давай, давай, накручиваем все это дело. В общем, кто-то кричал тут, что у меня больница убыточная. Как видите, я начинаю зарабатывать большие деньги уже. Прибыль 5000 написано, ну это я же это... Пациенты выстраиваются в очереди перед кабинетами, где работают врачи, но все они заняты. Быть может, нужно расширить штат врачей? Может быть, задача от сотрудника. Исаак Жуткинс. Мне всегда хотел своими глазами увидеть крупную сумму денег. Я не собираюсь в них купаться или делать другие глупости. Я не из психов, просто хочу посмотреть на них. Задача заработать 100 тысяч за 90 дней. Пфф, говно, вопрос легко. У меня, ну, смотри, бабки сыпятся. Прям с неба. А чё поломался аппарат? Вот это не задача. Хорош, хватит чинить его. Вот это косяк. Повышение хочет. Давай. Я тебя повысил, срочно дочинивай уже. Сейчас у нас подохнут все эти лампочки. Давайте, лампочки, бегом. Осталось 40 дней. Ну что, может, врача донаймем какого-нибудь? Действительно. Что у нас с врачами есть? Плюсики, плюсики. Да, психа нанимем. Наймем психа. Слушай, тут какая-то кутерьма вообще крутится. В GP-офис пятеро, смотрите, стоит. Кто-то сдох где-то. И здесь еще дофига народу стоит GP-офис. Достигнута цель, миллион заработать. Я миллион уже заработал. Какой-то экшен, что с этим не так? Видать, не вылечили. Мне только четверо. Пятеро вылечил с лампочками. Давайте лампочки, бегом, 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 бегом. Ну, шестерых точно вылечим. Последний может не успеть просто дойти, он будет идти только 3 дня. Давай, давай, последний, 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 успей же. Куда ты пошел? Он пошел куда-то. Так, задача от Жуткинса выполнили. Повысить сотрудника, окей. Так, нужен срочно врач. Доктор Деннис. Работает в клинике помрачнения. А, о, она уже бежит туда. Все, давай, я тебя перенесу. Пациент, срочно заходите в клинику, у вас осталось 4 дня жизни. 3 дня жизни, бегом. Бегом. В аппаратную, 2 дня. Давай, день остался. Да сядь ты уже, сейчас сдохнешь, если не сядешь. Все, не успел. 6 из 7. Ну, это тоже нормально. Это хорошо, считается хорошо. Но он в любом случае сейчас мне бабла-то отвалит. Так.
Ну что? Все работает отлично. Можно... Тут огромное количество людей идет в GP-офисы. Она сразу прикончила его. Так, пора сваливать, ребят. Пора сваливать с этой локации. Все очень даже неплохо. Можно, кстати, открыть новый домик. Тут, давай, нам в любом случае нужно открывать новую локацию. Участок 3 вместо детской площадки. 4. Там вообще большая, да? 2. О нет, пациент вернулся с того света. А фиг с ним, убегаем. Приобрести участок для больницы. Все. А, он еще и строится, оказывается. Ну ладно, 15 дней строим. Эй, там это... Полтергей. Где он? Куда он делся? Ну вот, я только хотел полтергея захватить. Его кто-то уже... А, вон он. Соси! Ты куда побежал? Засасывай его! Что значит ищет работу? Я тебе нашел работу. Так, у меня где-то еще один санитар есть. Может быть, ты справишься? Ну-ка, давай-ка. Засоси его. Куда он делся? Ты смотри, он тут еще и летает туда-сюда. Иди на призрака напади. Во-во, ловит, ловит, смотри. Опа. А, все, я заработал. Разблокировано флоттеринг, кардиология, помрачнитель 2. Угу. Повысить уровень больницы до 8, стать владельцем менее 3 зданий, модернизировать менее 2 аппаратов. Ну, сразу его и улучшай. Ха, тут чувак стоит. Блин, а я тут помрачнитель улучшаю. Так, все, ребят, по-моему, пора валить с этой локации, потому что сейчас тут трупы пойдут. Все, все, как выйти, куда? О, вернулся на карту. Greeting to you all this fine morning, especially those of you in Fluttering, where renovations have been completed on the bridge that leads to the town's ancient castle. Доступна больница во Флоттеринге. Will no longer need to wear parachutes and life jackets. Nah, it just won't be the same. Флоттеринг, ребят. Что-то там плавательное должно быть. Но, кстати, я вот, если в эту больницу вернусь... О, Стас играл, смотри, на этом уровне написано. Друзья, сыгравшие на этом уровне. Вот, в эту больницу, если вернусь, я могу там прокачать аппараты, и у меня уже больница будет там шестизначная. То есть я смогу сразу здесь уже поднять вторую звезду. Но я не буду сейчас этого делать. Знаете что, ребят? Вы в курсе, да? Я вначале сказал... Как видите, болезни становятся все больше, они все интереснее становятся. Ну, надо, значит, надо. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, добавляйте в плейлисты. Просмотры накручиваем. Вот. Просмотры я сам накручу. Ладно. До встречи, надеюсь, в следующем видео по игре. Ну, если не срастется, то и ладно. Тогда в других играх увидимся. Всем спасибо, всем пока.